Дорогие женщины, чтобы купить красивые туфли, не надо быть историком моды. Хороший вкус и чувство стиля и так сделать свое дело. Очень популярны в последнее время мюлли. Что же это такое? Как правильно различить самбо от мюлли? Сегодня мы об этом поговорим. Самбо – летняя обувь без задника. Она очень удобна, представляет собой хорошую альтернативу туфлям на высоком каблуке. Широкая платформа из дерева или пробки дополняется верхом из кожи, замши или текстиля. Такая обувь стройнит, визуально делает вас выше. Это первое, за что многие женщины так полюбили самбо. Но сегодня мы отдадим предпочтение мюлли. Если вы следите не только за стилем, но и за модой, обратите внимание на мюлли, которые очень популярны будут в этом году. Это обувь без задника. Она происходит от слова мюлли, что переводит означает мыслитель. Сначала мюлли носили мужчины-философы, а потом эта обувь стала незаменимой для женщины. И ее очень-очень пропагандировала Мерлин Монро. Она носила их сексуальными белоснежными платьями, томно улыбаясь, и популяризировала мюлли. Многие из вас знают эту обувь, но сейчас мюлли носят и на каблуках, и без каблуков. Любыми вариациями на каблуке или закрытой обуви можно заменить в летний период. Мюлли могут быть эксцентричными, как у той же Монро, и лаконичными, как в одной из последних коллекций самых известных брендов. Поэтому играйте на контрастах. Минималистичные тапочки без каблука дополняйте шелковым платьем в бельевом стиле и тренчем, тогда как мюлли на каблуках с декором можно носить джинсами, трикотажем или просторной рубашкой. Выбирая мюлли, ориентируйтесь на ощущения, а не на дизайн. Такую обувь просто потерять. Мыс должен плотно обхватывать ногу, если речь идет о вариации на каблуке. И действительно, я хочу подтвердить, что мюлли обозначает мыслитель, то есть вы действительно будете все время фокусировать свое внимание на то, как бы не потерять обувь со своей ноги. Хитом последних сезонов считаются лаконичные кожаные мюлли на устойчивом каблуке. Модели ярких цветов охотно выбирают женщины более экстравагантные и также комбинируют их с базовыми вещами. Такие мюлли универсальны. Не прячьте красоту, надевая их, отдавайте предпочтение укороченным брюкам и юбкам длинной миди. Мюлли визуально удлиняет ноги и привлекает внимание к щиколотке. Это один из очевидных плюсов. Вы можете купить достаточно необычную пару обуви мюлли, украшенную принтом. Например, вот таким вышивкой, крупным атласным бантом или каким-то логотипом. А носить ее, опять же, самыми простыми вещами. Поэтому посмотрите на эту обувь, зарядитесь идеями, и вам пора выбирать обувь для этого года. Будьте стильны, будьте элегантны, экспериментируйте с собой, с своим внешним видом, и вы действительно почувствуете новое ощущение в своей походке. Уделите внимание своему образу и добавите ярких красок. Если вам было интересно это видео, поставьте лайк, подпишитесь на канал «Домашний очаг с Мариной», где будет очень много видео для женщин элегантного возраста. Спасибо, что вы были со мной. Подписывайтесь и не забудьте поставить значок колокольчик, чтобы не пропустить очень интересные новые видео. Не только о моде, но и о самоисцелении, о здоровье ваших ножек. И все-таки, дорогие мои женщины, хочу обратить внимание, если вы открываете ножки, покупаете открытые мюлли или сандали, у вас обязательно должен быть нежный, красивый педикюр. Нет педикюра, нет современным моделям, и нет стиля, и нет моды.